Предваряя презентацию Даугавпилса как города возможностей, Юрий Анкрак заметил, что у нас гостит третий раз. Правда, раньше он приезжал в составе различных делегаций, а сейчас впервые приехал лично и с официальным визитом. До встречи в Думе он успел осмотреть город и заприметил перемены, которые произошли со времени его первого приезда. Конечно, есть изменения. Изначально, что хочу отметить, это то, что производятся строительные работы. Это всегда хороший знак. Еще хотел бы отметить то, что в первый раз, когда я был в Даугавпилсе, не было Олимпийского центра, да, а он как бы сейчас построен. Из презентации господин посол получил более полное представление о городе. Он живо интересовался всем происходящим, задавал много вопросов. Особенно его интересовали занятость молодежи, приграничное сотрудничество, привлечение средств европейских фондов, логистика, перспективы строительства аэропорта, использование энергосберегающих технологий. Гостя несколько озадачила инертность горожан в деле утепления многоквартирных домов. Предоставленная Евросоюзом 50-процентное софинансирование для повышения их энергоэффективности практически остается невостребованным. Знакомясь с экономическим потенциалом города, Юрий Анкрак обратил внимание на присутствие иностранного капитала и отсутствие нидерландов на производственном рынке. Тоже меня немного удивило, что тут нету предприятий с Нидерландов, да, но это все может поменяться, потому что есть возможности разместить тут какое-нибудь производство или открыть представительство какой-то фирмы в Даугавпилсе. Тут есть очень много положительных факторов для этого, то есть это будет низкие цены на землю, низкая, конечно, арендная плата. Даугавпилс находится в очень выгодном географическом положении. Да. Я думаю, как бы это может поменяться, и надеюсь, что это в ближайшем будущем изменится. Удивился гость наличию у города собственной торговой марки «Даугавпилс Претца», чтобы лучше разглядеть подаренный бальзам местного производства, надел очки. Свой интерес к промышленным предприятиям господин посол подкрепил посещением East Metal и LRZ. Признался, что любит ездить в поездах. В Нидерландах хорошо развита железнодорожная сеть. Локомотивов, дизелей и других агрегатов страна не выпускает, но располагает передовыми технологиями, которыми может поделиться с «Даугавпилсом».